Казахстанцы не теряют вкус к предпринимательству. Второй год подряд продолжается рост новых предприятий в республике. За год число стартапов увеличилось почти на 15% или на 5000 единиц. На начало сентября текущего года количество субъектов бизнеса превысило 40 тысяч. Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Наиболее активно процесс создания новых предприятий идет в торговле и сельском хозяйстве. В сфере торговли за год их стало почти на 25% больше. Также неожиданно в этом году повысился интерес казахстанцев к сельскому хозяйству. Количество новых предприятий в отрасли за год увеличилось в 2 раза. А вот строительство и обрабатывающая промышленность теряют позиции. Потенциальные учредители стартапов скептически оценивают перспективы в данных сферах и не заходят на эти рынки. Здесь число новых организаций сократилось почти на 10%.